Тот день для Евгения ничем не отличался от других. Да. Да, сижу на работе, да. Евгений Болотников, 23 года. Специалист отдела сбыта картонажной фабрики. Не женат. Да я хотел уйти пораньше, да тут же пропускной режим. Да, как в армии. Все пасьянс раскладываешь. А где договоры с новыми клиентами? Марина Калужная, 28 лет. Менеджер отдела сбыта картонажной фабрики. Не замужем. Я второй день их жду. Черт, я совсем забыл. Я тебе перезвоню. Я сейчас все сделаю. Ничего ты не сделаешь. Опять мне придется за тебя работать. Ты, пожалуйста, на меня директору. Ты что, издеваешься? Какая я дура, что согласилась взять тебя в свой отдел. Неужели я такое чудовище? Да еще хуже. Видала я таких. Привык жить на всем готовеньком. Сам пустое место. Ты знаешь, это уже чересчур. А ты иди, пожалуйста, директору, как я над тобой издеваюсь. Папенькин сынок. Разве я виноват, что мой отец генеральный директор и владелец этой фабрики? Да нет, разумеется, в этом вы не виноваты. Но я так понимаю, что претензии к вам состоят вовсе не в этом, а в том, что вы просто плохо работаете. Вот как вы считаете, то, как вы работаете, связано с тем, что у вас на этой фабрике самое что ни на есть надежная крыша? Да я вообще не хотел к отцу идти работать. Это он за меня все решил, когда еще в институте учился. Как собираешься институт заканчивать? Роман Олегович Болотников, 49 лет, владелец и генеральный директор картонажной фабрики, отец Евгения, вдовец. Ведь здесь одни тройки. Я оплачиваю твое обучение, а ты дурака валяешь. Смотри, допрыгаешься, останешься без высшего образования. Пап, мне скучно зубрить все эти законы. Это же ты настоял, чтобы я поступил юридически, а я хотел стать учителем. Ты мне эту дурь из головы выброси! Юридическое образование – это отличный старт для делового человека. А я тебе обязан дать этот старт, потому что... Потому что с тех пор, как не стала мамы, ты несешь за меня ответственность. Я это усвоил, пап. Я вижу, как ты усвоил. Я все пересдам. Да уж постарайся. А когда получишь диплом, я возьму тебя к себе на фабрику, в отдел сбыта. У меня там начальником девочка толковая работает. Она введет тебя в курс дела. Мне это надо? Конечно, надо. Вы же отца все-таки послушались. Хотя имели полное право и возможность не послушаться. Значит, что-то очень даже привлекательное для вас во всем этом есть. Разве не так? Ну, а чего я, собственно, не делаю? Я каждый день приезжаю в офис. Правда, опаздываю, но это же не криминал. И честно сижу от и до. Не беру больничных, не прогуливаю. Так вопрос-то не только в том, чего вы не делаете. Вопрос еще и в том, а что, собственно говоря, вы делаете? Вот я, по вашим же словам, поняла так, что делаете вы как раз недостаточно. Что, если мой отец директор, я должен угробиться на этой работе? Это же его компания, не моя. Мне это зачем? Хорошо, вам это незачем. А как, по-вашему, вот ваши сотрудники делают за вас вашу работу? Им это зачем? На следующий день Евгений впервые приехал на работу вовремя. Да что ж такое сегодня? Я сама. Да я же вижу, тебе тяжело. Я сама. Ну и что? Да что ты такая злая-то? Зуб болит. А еще жду, когда мне скажут, что я уволена. Почему тебя должны уволить? Ты же наверняка уже пожаловался своему папочке на меня. Зачем мне это делать? Тем более ты была абсолютно права. Что это у тебя за штуковина? Сыну в школе сказали стенд сделать. Как ты ее повезешь? Как-как? Пешком. В транспорт же я с ней не влезу. Давай я тебя отвезу. Нет.
Возражение не принимается. Нет, я сама. Давай прямо сейчас машину положим. Все, давай, давай. Спасибо. Не за что. Куда ставить? Вечером Евгений отвез Марину домой и помог ей занести доску в квартиру. Привет, мам. Я тебя жду-жду. Костя Калужный, 10 лет. Школьник. Сын Марины. Доску купила? Вот и мой Костик. Это Женя, мы вместе работаем. Привет. Привет. Когда стенд будем делать? Сынок, давай чуть-чуть попозже. У меня целый день зуб болит. Я сейчас хотела к стоматологу сбегать. Но мы же не успеем. А что надо делать? Может, я сгожусь? Нужно написать стишок про летние виды спорта и наклеить картинки. Что-то вроде стенгазеты? Угу. Возьмешь меня в помощники? Хорошо. Женя, не трать на нас время. У нас... У тебя наверняка были свои планы на вечер. Мы их скорректируем, тем более я твой должник. Ну что, товарищ главный редактор, командуй. Пойдем в комнату. Пойдем. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Да. Евгений с удовольствием помогал Косте делать стенд. Через 2 часа все было готово. Ну, по-моему, неплохо получилось. Ага, круто. Вы уже закончили? О, мам, посмотри, как тебе нравится? Очень хорошо, молодцы. Я даже не думала, что вы так быстро поладите. Как твой зуб? Канал вскрыли, лекарство положили, но завтра утром перед работой нужно еще рентген. Так ты иди в поликлинику, а я Костика утром на машине в школу отвезу. Не-не-не, это неудобно. А стенд пешком тащить удобно? А если дождь? Не отказывайся. Во сколько в школе надо быть? 8 часов. Значит, 7:30 за тобой заеду. А ты не проспишь, ты же на работу ни разу к 10 не приходил. А ты позвони, разбуди. До завтра, коллега. Пока. Завидую я тебе, лето, свобода. Куда поедешь? Никуда. Мама меня в летний лагерь записала. За городом, наверное? Да нет, тут в школе. По-моему, это называется лагерь дневного пребывания. У нас тоже такие были. Ребята говорят, скукотища. Евгений мечтал стать учителем. Однако его отец, Роман Олегович, владелец картонажной фабрики, видел в сыне своего преемника. Он оплатил учебу Евгения в юридическом институте, купил ему квартиру, машину и взял к себе на фабрику в отдел сбыта. Начальник отдела Марина должна была ввести Евгения в курс дела, однако Евгений небрежно относился к своим обязанностям, и Марине самой приходилось выполнять за него всю работу. Не выдержав, она высказала Евгению, что он бездельник и папенькин сынок. Евгению стало стыдно. На следующий день он узнал, что 10-летнему сыну Марины Косте нужно помочь оформить стенд для школы. Евгений взял это на себя. Вместе с Костей они сделали отличный стенд. Евгений предложил Марине утром отвезти Костю в школу. Марина согласилась. Ну, придумайте себе сами развлечения, игры, конкурсы. Сами не получится. Я попробую тебе помочь. У меня где-то осталась старая школьная тетрадка. Пойдем. Накануне вечером Евгений нашел тетрадь, которую вел еще в школе, и теперь с удовольствием вспоминал детство. Чем занимаешься? А, так. А это что такое? Это кое-какие идеи для твоего Костика. Женя, это, конечно, все здорово, но сейчас ты на работе. У нас новый заказчик, и нужно подготовить с ним договор. Ты почту смотрел, я тебе его письмо переправила. Нет, сейчас посмотрю. Между прочим, нас через час вызывает к себе твой отец. Он наверняка поинтересуется, как ты справляешься. Что я ему скажу? Говори правду, я не обижусь. Ну-ну. Вот отчет о продажах. Вы просили подготовить. Да, спасибо. Попозже посмотрю. Как Евгений себя показывает?
Что я могу сказать? Ну, говорите как есть, на чистоту. Ну, если честно, то не очень. Интереса к делу не проявляет. А вы на что? Я ведь вам поручил его ввести в курс дела. Пап, ну при чем здесь Марина? Так, раз Марина не справилась, значит придется мне самому взяться за твое образование. Что это значит? Будешь учиться на практике. Вот тебе первое задание. Подготовишь проект оптимизации для отдела сбыта. Оптимизация это... Объясните! Оптимизация это способ выполнить задачу в наиболее короткие сроки, качественно и с наименьшими затратами. Верно. Жду от тебя результатов. Пап, ну почему и я? Я же юрист. Вот и вникни в специфику отдела сбыта. Прояви себя. Все, свободные. Ты расстроилась? А чего мне радоваться? Переживаю, что из-за меня досталось. Да при чем здесь ты? Я над этой оптимизацией давно размышляю. А чего отцу не сказала? Я говорила ему 100 раз, только он меня слушать не хочет. А сбыт это мое, я с первого дня работы этим занимаюсь. И тут здрасте, появляешься ты. Я как подумаю об этом задании, такая тоска на меня находит. Может, я и вправду лузер? Ну, если лузер – это человек, который ничего не умеет, ну так не будьте лузером, научитесь чему-нибудь. Или вы как-то иначе понимаете слово «лузер»? Да мне все это неинтересно. Мне с детьми интересно возиться, а не с бумажками. Вот я с сыном Марины стенд делал. Вот это мне интересно. Сейчас он в школе в летний лагерь собирается, я им всякие задания придумываю. Слушайте, я вот убейте, не понимаю. Зачем вы вообще сидите в отцовской фирме, если у вас есть то, что вам действительно интересно? Профессию менять? Так ведь поздно уже. Я с самого начала хотел стать учителем истории, а отец сказал, что это несерьезно. А какая разница, что сказал отец? Это ведь имело бы значение только в том случае, если бы вы собирались, ну так, работать в школе в свое удовольствие, а жить при этом на отцовские деньги. Или вы собираетесь сделать именно так? Евгений никак не мог заставить себя приступить к выполнению проекта. Как обстоят дела с проектом оптимизации? Да ну его, ничего не получается. Хочешь, помогу? Угу. Сначала поможешь, а потом скажешь, что за меня всю работу опять делаешь. Да не буду. Для меня это действительно важно, понимаешь? Слушай, а может быть, ты подготовишь проект, а я отцу скажу, что это твоя работа? И что? Как что? Отец от меня наконец отстанет, а тебя оценит по достоинству. Думаешь, сработает? Конечно. А чтобы у тебя было больше времени, я могу Костика взять на себя. Его во сколько надо из летнего лагеря забирать? Да в том-то все и дело, что днем. Я хотела в обеденный перерыв его забирать и домой отводить. Но если ты действительно можешь... Конечно, я же на машине туда-сюда быстро смотаюсь. Хорошо, давай попробуем. А я в обеденный перерыв над проектом поработаю. Окей. Каждый день в обеденный перерыв Евгений забирал Костю из школы и отвозил домой. А знаешь... Я могу устроить тебе экскурсию в рыцарский лагерь. У меня друзья занимаются исторической реконструкцией. Знаешь, что это такое? Да, когда в рыцари переодеваются и устраивают бои. Да, точно. У них как раз сейчас фестиваль за городом. Я договорюсь с ними и поедем. Клево. Слушай, вот ты взрослый. Вот тебе нравится девочка. Как ей об этом сказать? Как сказать? А, ну давай лучше тебе покажу. О, вот и вы. Я вырвалась на часок обед приготовить, вас встретить. Представь, что это та самая девочка, ты — это я, и мы играем в рыцарей. О, прекрасная дама! Мысли о вас преследуют меня даже во сне. И, наконец, я решился вам открыться. Ну а что дальше? Дальше что? Дальше не знаю. Что происходит? Это игра. Понятно. У нас еще полчаса до конца обеденного перерыва. Пойдем с нами пообедаем? Пойдем.
Проект оптимизации готов. Можно показывать директору. Ух ты, так быстро! Я бы ни за что не справился. Ну, у каждого свои таланты. У тебя фантазия богатая. Ну, я, наверное, в детстве задержался. Это точно. Я знаешь, в какой школе заводила был? Там стенгазеты выпускал, самодеятельностью занимался. Мне кажется, у тебя здорово получается ладить с детьми. Вот Костик только о тебе и говорит. Как будто бы ты ему родной. Слушай, а где отец Костика? Прости, это, наверное, не мое дело. Ну, нам тогда было по 18. Бурный роман. Он, как и ты, сын богатеньких родителей. Такой же безответственный. В общем, я осталась одна. Да, трудно тебе пришлось. Ну, а как ты думаешь? Таким, как ты, и он все даром достается. И квартира, и машина. Я училась на вечернем, зарабатывала на жизнь. Все это с маленьким ребенком на руках. Да, досталось тебе. Ну, что об этом говорить? Сейчас уже намного легче. Слушай, а поехали в выходные за город? Ну, Костик на 2 дня к приятелю на дачу уезжает. А мы вдвоем поедем. Соглашайся. Я подумаю. Костя, где ты? Суп остынет. Евгений начал осознавать, что относится к Марине не просто как к своей коллеге. Накануне сдачи проекта Евгений решил сказать отцу, что не хочет оставаться работать на фабрике. Но Олег Романович весь день отсутствовал на работе. О, привет! Ты уже домой? Ну здорово, я тут с заказчиком встречался. Сейчас в офис забегу и тоже домой. Да, кстати, как дела с проектом? Евгений хотел стать учителем, но под давлением отца, бизнесмена, выучился на юриста. Роман Олегович купил сыну квартиру, машину и взял к себе на фабрику в отдел сбыта. Евгению было скучно там работать. Общаясь с 10-летним сыном своей коллеги Марины Костей, он понял, что его призвание – педагогика. Однажды Роман Олегович велел Евгению подготовить проект оптимизации работы отдела сбыта. Марина очень расстроилась. Она мечтала заняться этим сама. Евгений попросил ее сделать проект вместо него, пообещав рассказать об этом отцу. Взамен он предложил забирать Костю из школы и отвозить домой. Вскоре Евгений понял, что Марина ему очень нравится. К тому же он окончательно решил сказать отцу, что ему необходимо уйти с фабрики и заняться педагогикой. Уже готов. Ну и отлично, завтра обсудим. Пап, я хотел с тобой поговорить. Что случилось? Пап, я понимаю, что фабрика для тебя очень важна, но я не хочу здесь работать. А что же ты хочешь делать? По клубам тусоваться? Нет, я хочу работать с детьми. Понятно, никак не выбросишь из головы эту свою дурацкую идею. Да, я твердо решил стать учителем. А ты знаешь, сколько они зарабатывают? Меня не интересует материальная сторона. Ну, естественно, квартирой, машиной, высоким окладом это тебе я обеспечиваю. Запомни. Уйдешь с фабрики, я перестану тебе помогать. Кстати, тебе кондиционеры поставили? Да, спасибо, папа. А проект обсудим завтра, и ты меня порадуешь. Евгению трудно было представить, что он лишится всего того, к чему привык. На следующий день Евгений вместе с Мариной пришли в кабинет к Роману Олеговичу, чтобы представить проект оптимизации работы отдела сбыта. Поэтому имеет смысл заключить договор с фирмами-грузоперевозчиками. А что? Неплохая идея. Молодец, сынок. Я горжусь тобой. Сам додумался? Ну, раз уж ты такой шустрый, надо попробовать тебя в должности коммерческого директора. А вы говорите, интерес не проявляет. Сейчас распоряжусь насчет приказа. Поздравляю вас, Евгений Романович. Далеко пойдете. Можно я пойду? Много работы. Да, пожалуйста. Алло, кадры? Приказик подготовьте, пожалуйста.
стыдно, что я так поступил с Мариной. Я просто не смог признаться, что это не я подготовил проект. В последний момент будто язык отнялся. Получается, хочется все-таки работать в компании отца. Ну, просто, видать, все раньше должность была мелковата, да? Ну, я просто испугался, что останусь без денег, без жилья, без его поддержки. От меня отвернутся друзья. Как интересно. А сейчас ваши друзья дружат с вами? Или с деньгами вашего отца, с квартирой? Ну, я привык ко всему этому, понимаете? А теперь я не знаю, как я буду без его страховки. Ведь на учительскую зарплату и квартиру не снимешь, и машину не заправишь. Получается, вы не столько стремитесь работать с детьми, сколько просто хотите оказаться в обществе себе подобных. Впрочем, они-то еще по возрасту имеют право ни за что не отвечать, себя не обеспечивать. А вы, получается, просто по праву рождения? И по той же причине собираетесь оставаться вечным ребенком. Здорово. Марин. Марин, постой. Марин, прости меня, я поступил подло. Марина! В обеденный перерыв Евгений приехал за гостей в школу. Он надеялся, что ему удастся поговорить с Мариной в неформальной обстановке. Привет, Жень. Привет. Давай я отвезу тебя домой, сделаем маме сюрприз. А вон она идет. Пойдем, Кость. Пойдем. Женя? Жень с нами не пойдет. Ну почему? Марин, пожалуйста, послушай меня. Уходи, оставь нас в покое. Марин, я... Я с предателями не разговариваю. Тоже мне рыцарь. В течение рабочего дня Евгению так и не удалось поговорить с Мариной. Вечером он позвонил ей домой. Алло. Кость, привет. А мама дома? Нет, еще с работы не пришла. Жалко. То я звоню, она на мобильный не отвечает, а хотел с ней поговорить. А у меня для тебя есть хорошая новость. Какая? Помнишь, я обещал тебе экскурсию? Так вот, я договорился, на завтра. Я не поеду. Почему? Не хочу с тобой дружить. Ты обидел маму. Евгений думал всю ночь и принял нелегкое решение. Пап. А? Вот. А это что такое за фуксы? Если ты не подпишешь заявление, я просто не выйду на работу. Ты забыл о нашем уговоре? Не забыл. Машину я возвращаю. Квартиру освобожу в ближайшее время. Зачем тебе уходить с фабрики? У тебя есть карьера, перспективы. Ты так хорошо справился с проектом оптимизации. Это не я. Это все Марина сделала. Так значит, ты мне соврал. И именно Марина должна быть коммерческим директором. Она настоящий профессионал. И в отличие от меня, любит свое дело. Да подожди, а где ты будешь жить? Где ты будешь работать? Не волнуйся, что я тебе придумаю. Да ладно, если ты такой упрямый, хорошо, хорошо, но только не горячись так сразу, оставь себе хотя бы вот машину, квартиру. Спасибо, пап, не надо. Не волнуйся, я не пропаду. Евгений был уверен, что поступил правильно. Что это значит? Роман Олегович вызвал меня к себе и назначил коммерческим директором. Он сказал, что ты у нас больше не работаешь. Это правда? Да, я сегодня уволился. Ну почему? Ты же знаешь, не мое это. И что ты теперь будешь делать? Не знаю, еще не решил. Может быть, поступлю в педагогический. Хотя второе высшее, оно же платное. Ну, не знаю. Самое главное, что теперь я сам могу принимать решение. Тебе не страшно? Тебя подвезти?
Совсем забыл. У меня же теперь больше нет машины. Ну, можем пойти пешком? С удовольствием. Только я же обещал тебе выходные свозить за город. Ну, можно поехать на электричке. И в выходные мы поедем на пикник? Тяжело быть ребенком очень богатого человека. Ну, точнее, ребенком-то быть, может, еще и не так трудно, а вот вырасти из такого ребенка в счастливого взрослого человека уже куда труднее. Во многих случаях это и вовсе оказывается практически невозможным. И происходит это потому, что многие, не все, но многие богатые люди считают своим долгом дать своим детям все возможное. Заметьте, именно дать, а не помочь им научиться добывать это самостоятельно. В результате в сознании вот такого мажорного ребеныша привлекательность различных предметов из окружающего мира оказывается никак не связанной с ценой их достижения. Именно в таком положении оказался и Евгений из нашей истории. Кругом масса всего привлекательного. Как же выяснить, чего именно я хочу? Ну, наверное, сравнить разные предметы по степени привлекательности. В итоге на внутренних весах Евгения возня с детьми, опять же, заметьте, именно возня, вовсе не работа, перевешивает скучную работу в офисе. Значит, надо заниматься детьми. Но ведь Евгений произвел не все необходимые взвешивания. Например, он забыл сравнить привлекательность возни с детьми с ценой, которую за это придется заплатить. В тот вечер Анна очень переживала за сына, не вернувшегося домой вовремя. Привет, мам. Денис Голосов, 17 лет, ученик 10 класса, сын Анны. Привет. Явился, не заболелся. Анна Голосова, 41 год, бухгалтер, разведена. Ты знаешь, который час? 11:30. А что? Имею право. Мне кажется, или это на 2 часа позже, чем ты обещал прийти? Мам, ну что ты со мной как с маленьким? Пашка, он вообще до утра гуляет. А меня не волнует, что делает Пашка и как к этому относятся его родители. Да что со мной случится? Все что угодно. Я не сплю, на нервах сижу. А раньше не нервничала. Вот папа разрешал. А меня не волнует, что делал твой отец. Именно из-за его безответственного поведения мы и развелись. Развелись вы из-за того, что ты отца запилила. И теперь за меня взялась. Я тебе хочу сказать, что отец не лучший пример для подражания. Все, иди делай уроки. Вообще, я планировал еще телевизор посмотреть. Не шлялся бы по ночам, было бы время посмотреть телевизор. С этого дня будешь приходить вовремя, понял? Понял, понял, товарищ надзиратель. Ничего не задали. Я не шлялся, а с ребятами репетиционную базу звукоизоляции обшивал. А будешь доставать... Ты как с матерью разговариваешь? А ну иди сюда! Иди сюда, я сказала! Не знаю, что делать. Денис совсем отбился от рук. Но я не намерена терпеть его наплевательское отношение. Уже не первый раз он приходит домой за полночь. И главное, ведет себя так, как будто так и надо. А как было в вашей семье раньше, до развода? Денис приходил вовремя? Раньше муж разрешал ему гулять допоздна и поощрял его увлечение школьной рок-группой. Но сейчас все воспитание Дениса лежит на мне, а я считаю, что важна дисциплина, которой раньше, кстати, не хватало.
Но вы поймите вашего сына, ему сложно перестроиться, ведь он привык жить иначе. Да, но его реакция выходит за все границы. Он хамит, постоянно врет о сделанных уроках. И что самое ужасное, он ссылается на отца, пример с которого брать не стоит. А может быть, вы боитесь окончательно потерять контроль над сыном? Возможно, но мне кажется, что все дело в его друзьях и увлечении музыкой. На музыку он тратит все время. Совсем забыл об учебе, а ведь надо думать о будущем. А если именно музыка – его будущее? Ну, какое будущее? Это просто блажь. Если вы не сможете уважать интересы вашего сына, то не ждите, что он будет уважать ваши интересы и хоть как-то считаться с мамой. Подумав над словами Бориса Ефимовича, Анна решила попытаться проявить интерес к увлечению сына. Здравствуйте, тетя Ань. Мы тут... Павел Лоскутов, 18 лет, ассистент мастера в тату-салоне, друг Дениса. Вы что делаете? Да, мы решили татушку сделать. Денис давно просил. Что сделать? Денис, ты что, с ума сошел? Мам, чего ты так переживаешь? Она маленькая, из-под рукавов даже не видно будет. Да при чем здесь это? Ты что, уголовник какой-то? Почему сразу уголовник? Вот у папы тоже есть татуировка. Да поэтому у него нормальной работы никогда и не было. Зато в отличие от тебя, скучного бухгалтера, он занимается любимым делом. Пожалуйста, не забывай, что на зарплату скучного бухгалтера мы сейчас с тобой живем. Может, я потом зайду? Забирай свои антисанитарные иголки и убирайся. Вообще-то иголки одноразовые. Да как ты смеешь? Это мое тело. Что с ним хочу, то и делаю. Смею. Я не для того тебя растила, чтобы ты портил свою жизнь этими бессмысленными рисунками. Денис, я очень волнуюсь. Кто знает, как жизнь сложится? Зачем тебе эти татуировки? А может быть, скучная работа в офисе – это не мое будущее? Может быть, у меня другая судьба? Да откуда ты знаешь, какая у тебя судьба? Как все сложится? Вот знаю и все. Я чего захочу, того добьюсь. Значит так, если ты сделаешь наколку, лишишься карманных денег, понял? Пожалуйста, папа все равно больше дает. Вот это уже наглость. Я тебя кормлю, пою, одеваю, а ты еще чем-то недоволен? Значит так, по вечерам больше из дома не выходишь. Вот посиди и подумай над своим поведением. Привет. Привет. Григорий Голосов, 41 год, мастер по ремонту мотоциклов, бывший муж Анны. Разведен. Что-то случилось? Скажи, это ты дал деньги Денису на татуировку? Тату? Дорос, значит, уже. Дорос? До чего? До того, чтобы испортить свою жизнь дурацкими рисунками? Раньше тебе нравилось, что у меня на спине. Молодая была, глупая. А теперь не допущу, чтобы Денис повторял твои ошибки. Я не хочу, чтобы он всю жизнь в гараже провел. Гриш, я беспокоюсь. Все эти увлечения до добра не доведут. Я понимаю, что ты сейчас у него больший авторитет. Поэтому прошу, повлияй на сына. А я не вижу ничего страшного в безобидных шалостях Дениса. Все это мешает учебе. А вот насчет учебы я проследить не могу. Но ведь ты же с ним живешь. Спасибо. Извини. Денис, ты извини, я погорячилась. Павла зря обругала. Передай ему, что я извиняюсь. Ничего страшного, нормально. Только не отвлекай, пожалуйста, у меня скоро концерт, мне надо готовиться. Ты знаешь, я не хочу запрещать заниматься тебе музыкой, но твои увлечения не должны мешать учебе. Так они мешают. Я нормально учусь. А сколько у тебя троек было в прошлом полугодии? Давай договоримся. О чем? Ты занимаешься музыкой при условии хороших отметок. Ладно, давай. Ну вот хорошо. Давай, скоро ужин готов будет.
На следующее утро Анна опаздывала на работу. Так, ты что, собирайся, давай быстрее, в школу опоздаешь. И что за куртка? Да папа подарил. Правда, классная. Да. Зачем ты всучила ему эту куртку? Я же тебя просила, ты поощряешь его глупости? Аня, это просто куртка. Это не просто куртка, это твое отношение к жизни. И этому ты его учишь. Ой, как мне все это надоело. Ну и чего ты приходила? Сильная и волевая Анна после развода с мужем пыталась добиться полного подчинения от 17-летнего сына Дениса, увлеченного рок-музыкой. Но подросток был совершенно неуправляем. Приходил с репетицией за полночь, пригласил друга Пашу, чтобы тот сделал ему татуировку, пропускал школу ради подготовки к предстоящему музыкальному конкурсу. Анна пыталась уговорить бывшего мужа, чтобы тот подействовал на сына. Но Григорий не видел в поведении сына-подростка ничего предосудительного. Он сам гонял на мотоциклах и имел татуировки. Вместо воспитательной работы отец подарил сыну новую рокерскую куртку. Да. Анна Николаевна? Да, я. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Александрович, классный руководитель Дениса. А, здравствуйте. Что-то случилось? Я хотел вас спросить, что с Денисом? Он уже неделю не появляется в школе. К тому же меня беспокоят его оценки и то, как по-хамски он порой себя ведет с учителями. Да, спасибо большое, я разберусь. Очень на вас надеюсь. Да, до свидания. До свидания. Где ты опять был? У Паши. Мы репетиционную базу в порядок приводили. Угу. Там просто раньше гараж был. Как дела в школе? Да, нормально. Только биологичка достала. Угу. А что такое? Да не нравлюсь я ей. Я вот ей весь абзац рассказал, она мне трояк влепила. Да ты что? Угу. Хватит врать. Звонил твой классный руководитель. Тебя уже неделю нет в школе. Мама, нам надо репетировать. Скоро конкурс. Мне наплевать на ваши конкурсы. У нас был уговор. Сначала учеба, потом все остальное. Мама, я подтяну все оценки после конкурса. Поверь, просто это очень важно. А я не верю. Ты уже 2 года обещаешь и никакого результата. Все, репетиции закончились. И как же ты меня остановишь? Я не собираюсь тебя останавливать. Я просто выбросила твою гитару. Ты шутишь? Нет, не шучу. Разбила и выбросила. Ты куда? Ты куда? Я у отца переночую. Ситуация совсем вышла из-под контроля. Я не знаю, что делать. Передавили парня. Денис не просто не слушается. Он, по-моему, возненавидел меня и делает все наперекор. Распродажа, диван и кресло, низкие цены. Распродажа. Возьмите листовочку, пожалуйста. Спасибо. Распродажа, диван и кресло, низкие цены. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Распродажа, диван и кресло. А ты что здесь делаешь? Почему ты не в школе? Мне нужно купить новую гитару, ведь старую ты выбросила. Выкинь все это, иди домой. Распродажа, низкие цены, последний день. Возьмите, пожалуйста, листовочку.
Спасибо. Распродажа, диваны, кресла, низкие цены. Я понимаю, возможно, я перегнула палку, но это все для его же блага. Анна, неужели вы до сих пор еще не поняли, что агрессивные методы никогда не дают положительных результатов? И тем, что вы спрятали гитару, вы окончательно перечеркнули отношения с сыном. Но я уже не знаю, как на него воздействовать. Только спокойно договариваться и верить ему. Анна решила извиниться перед сыном и вернуть ему гитару. Но, увидев Дениса за уроками, она отложила извинения. Чем с папой занимались? Всю ночь мотоцикл ремонтировали. Папе нужна была моя помощь. К тому же он обещал заплатить мне за работу. Но я решил, что если листовки раздавать нельзя, то папе помогать в гараже можно. А почему в комнате не убрался? Когда захочу, тогда и уберусь. Отстань. Что значит «отстань»? Чтобы я больше такого выражения не слышала. В конце концов, я твоя мать, и ко мне надо относиться с уважением. После того, что ты сделала, ты не имеешь права больше мной командовать. И еще. Сегодня я снова буду ночевать у отца. На следующий день Анна решила еще раз попытаться договориться с мужем о том, чтобы он прекратил поддерживать выходки сына. Денис действительно у тебя всю ночь провел в гараже? Да. И надо сказать, что руки у него мои. А что такое? Я считаю, что Денис должен ночью спать. Причем в квартире, а не в гараже. Сегодня же выходной. Ну и что? Молодому организму важен режим. Аня, то ты разве не помнишь, как мы в молодости сами целыми ночами гуляли? Да, а потом на работу шли не выспавшись. Ну и что? Какие мелочи? Озеро помнишь? Лодки, звезды. Ну хорошее же было время. Я не хочу, чтобы он просиживал у тебя здесь ночами. Ну, как скажешь. Вечером придет, отправлю его домой. Хорошо? Хорошо. Весь вечер Анна вспоминала о прошедшей молодости и о том, как была счастлива с Григорием. Ты где был? Гулял. Ты что, пьян? Да я бутылку пил, выпил с друзьями. Дай пройти. Ты подожди, что за друзья? Что за повод? Друзья из соседнего двора. Просто один парень уходит в армию, вот и решили нагуляться. Мама, ну это же просто пиво. Какая разница? Ты думаешь, тебе можно пиво в твоем возрасте? Отстань, мам. Я тебе дам, отстань. Что ты себе позволяешь? Пиво он выпил. Вообще мозгов нет, заняться нечем. Благодаря тебе нечем. Гитары нет, а значит все репетиции по боку. Под утро Денису стало плохо. Увидев это, Анна поняла, что музыка была куда лучшей альтернативой. На следующий день, возвращаясь с работы, она решила отдать Денису гитару. Выкинула, значит? Денис, я тебе все объясню. А я уже все так понял. Ты можешь запрещать, наказывать, навязывать. Но зачем было врать? Я хотела таким образом обратить твое внимание на учебу. Я как лучше хотела. Как лучше? Теперь у меня четверки вместо троек и сорванный конкурс. Я не думала, что это так важно для тебя. Опять врешь. Ты все прекрасно знала. Денис, ну, в конце концов, все хорошо. Гитара целая. Да, конечно. А как я теперь перед ребятами с ней появлюсь? Ты знаешь, как на меня Паша смотрит? А что твой Паша? Что твой Паша? Он что, царь и бог? Не смей о нем так говорить. Он очень хороший человек, и он мой друг. Да, и колет дурацкие наколки. Да, колет. Но никогда, слышишь, никогда мне не лгал. И что ты делаешь? Куда ты собираешься? Денис, я с тобой разговариваю, ответь мне, куда ты собираешься? Слышишь? Мне надоели твои наезды и постоянное вранье. Я ухожу. Куда?
к отцу. Насовсем. Да он сам, как ребенок, постирать себе не может. Ничего страшного, сам постираю. Это не самое главное в жизни. Денис! Я не хочу тебя больше видеть. Ты всех достала. Анна после развода с мужем пыталась добиться полного подчинения от 17-летнего сына Дениса, увлеченного рок-музыкой. Но подросток был совершенно неуправляем. Поговорив с классным руководителем Дениса, Анна узнала, что сын часто пропускает школу. Она спрятала гитару Дениса, а вечером сообщила ему, что выбросила инструмент. Однажды Денис заявился домой поздно вечером, выпившим. Он объяснил, что теперь ему нечем заняться, потому что гитары у него нет. Анна поняла, что музыка была куда лучшей альтернативой. Вскоре Денис нашел спрятанную гитару. Он был шокирован тем, что мать обманула его, и ушел жить к отцу. Привет. Привет. Где Денис? Дома. У меня, в смысле. Я надеюсь, ты понимаешь, что жить у тебя он не может. Почему? А как вы будете жить в однокомнатной квартире? Кто за ним будет следить? Он еще ребенок. А мне кажется, он уже достаточно взрослый человек и сам может решать, где ему жить. И ты будешь за ним стирать, убирать, готовить. К директору школы будешь ходить, так? Знаешь, а я думаю, что он и хулиганит, потому что кое-кто ему слишком много запрещает. Ты меня будешь учить, как воспитывать детей. Да пока ты с нами жил, он из троек не вылезал. Зато не пил и нам не хамил, пока ты не подала на развод и не взяла это воспитание на себе. По-моему, ты вообще потерял связь с реальностью в своем гараже. Аня, знаешь, мне кажется, что Денис сейчас в таком возрасте. Ему нужны друзья, а не родители. Да, и ты хочешь стать его другом? По-моему, я всегда им был. Все, пока. Ну, пока. В этот вечер Анна ужинала в одиночестве. Ей было неуютно. Все-таки я окончательно потеряла контроль над сыном. Денис ушел из дома. Возможно, как раз тотальный контроль и усугубил ситуацию. Ну, иначе было невозможно. Но только теперь все хуже. Я вынуждена доверить судьбу Дениса этому безответственному Григорию, который всю жизнь как был, так и остается ребенком. А я не могу и не хочу этого делать. А может быть, этим он и нравится сыну? И, может быть, этим он нравится вам. Мне? Мне он давно не нравится. Вы хотели оградить вашего сына от безответственности Григория. И поэтому развелись с мужем. Но в глубине души вам по-прежнему нравится непосредственность Григория. Меня эта непосредственность сейчас только раздражает. Тем более, когда Денис живет с отцом и попадает под его влияние. Возможно, Григорий прав насчет Дениса, что сейчас ему в первую очередь нужны друзья, а не родители. Возможно, Григорий поступает верно. Я не знаю. Я уже совсем запуталась. Анна, вы отпустите ситуацию. Просто отпустите. Не командуйте, не воспитывайте. Вам необходимо просто понять своих близких. Аня, ты что здесь делаешь? Мне надо поговорить с Денисом. Он уже из школы вернулся. Денис не хочет тебя видеть. Он занимается. Можно я все-таки пройду? Он меня возненавидит, если я тебя пущу. Извини. Ну ладно, тогда пока. Аня, ты
Ты меня прости, я, может быть, был груб насчет оценки твоего воспитания. Ничего. Алло. Это Дмитрий Александрович? Да, а кто это? Здравствуйте, это мама Дениса Голосова. Скажите, как у него дела в школе? Все как обычно. Успеваемость так себе. Но вот его группа выиграла в городском конкурсе, и в школе их очень ценят. Спасибо. На следующий день Анна позвонила Павлу и договорилась о встрече. Привет, Паш. Здравствуйте. Слышала про победу на конкурсе. Поздравляю. Спасибо. Ну, какие дальше планы? Да с группой не все так хорошо получается. А что такое? Ну, Денис редко посещает репетиции. Почему? Ну, мы с ребятами на оборудование скидываемся, вот, а он не может. А что, это оборудование так важно? Да, конечно, ну, без него никак. Мы Денису сказали то, что пока за него скидываем, но потом, когда сможет, тогда вернет. А он? А он, ну, он гордый, ну, что. Да, это точно. А без гитариста и группа распадается. Ладно, я пойду тогда. Подожди. Паш, ты мне должен помочь в одном деле. Если все получится, то и с группой все будет хорошо. Кто? Я! А она что здесь делает? Я не хочу ее видеть. Денис, выслушай меня, пожалуйста. Так, Пашка, ты все, что смог, сделал. Ну, тогда вечером увидимся. Угу. Ну, и что ты хотела мне сказать? Денис, я понимаю, я вела себя глупо и неправильно. Мне очень стыдно за то, что я солгала. Прошлого не вернешь. Денис, пожалуйста, прости меня за все, что я натворила. Но я вообще от тебя такой подлости с гитарой не ожидал. Я понимаю, это подло, и я теперь поняла, что для тебя значит музыка. И еще у меня есть немного денег. Мы можем оплатить твой вклад на покупку оборудования для репетиционной базы. Откуда знаешь? Пашка сказал. Ясно. Вот только музыкой заниматься ты можешь после того, как сделаешь уроки. Не, ну это ясен, Пень. Я же и так все про школу понимаю. А живи где хочешь. Хочешь у отца, ты теперь взрослый человек. Ну, хорошо. И ты это, тоже меня прости. А жить я все-таки буду у тебя. Потому что у отца вечный бардак и есть нечего. Я тогда сегодня вечером перееду. Ну что, мне даже понравилось проводить с тобой побольше времени. Если что, можешь заходить в любой момент. Хорошо. Оставь нас на минутку. Хорошо. Гриш, прости, я так разнервничалась из-за всего этого, что много глупостей наделала. Да ладно, ничего. Дело житейское. Мне всегда нравился твой взрывной характер. Мне кажется, я даже соскучилась. Я тоже. Может, как-нибудь вечерком встретимся? Попьем чайку? Или, как раньше, покатаемся на мотоцикле? М? Давай, завтра вечером. Я заеду. Давай. Очень часто у человека от непонимания происходящего возникает тревога. И пытаясь как-то справиться с ней, он начинает командовать всем и всеми. Так поступала и героиня нашей истории Анна. Для нее размеренная, правильная жизнь была необходима, чтобы избежать тревоги, которая возникала каждый раз, когда что-то шло не по плану. А поскольку муж, а потом и сын никак не могли жить по ее плану, Анна постоянно ссорилась с ними, пытаясь командовать даже в мелочах.
Сначала не выдержал муж, а потом и сын. И только тогда Анна решила отступить от своих железных правил. И именно так она смогла понять и сына, и мужа. Варвара в день рождения своего лучшего друга Кирилла устроила ему сюрприз и пригласила в парк аттракционов. Чтобы ты забыл, что стал на год старше и дряхлее. Варвара Демина, 18 лет, студентка вуза, не замужем. Ты дряхлее? Да. Ну, знаешь, через месяц будешь такая же. Кирилл Левченко, 19 лет, студент вуза, однокурсник Варвары, не женат. Вот притащу тебя в этот парк и отпразднуем уже твою старость. Хорошо, значит, договорились, ровно через месяц в этом парке справляем мой день рождения. Да. А сейчас? Чё? Давай сюда свои уши. Какие уши? Уши, уши, о, уши, уши, ну. Хорош. Раз. Ой, да Варюк больно оторвёшь. Два, ну, до свадьбы заживёт. Да, до свадьбы. Да какой еще свадьбы, если только Светка согласится за меня выйти. При чем тут Светка? Светка? Ну, понимаешь, Варь, я влюбился в Королькову. Не смешно. Ну, я вообще-то и не шучу. А почему она тебе не нравится? Ну, я как твой лучший друг еще со школы, имею право говорить все, что думаю, так? Ну. Ну, ты мог бы найти себе кого-то поумнее. Ну, ты, кстати, зря так про нее. Но она же банальная, примитивная, не знаю, тебе такие никогда не нравились. Ну, вообще, это мое личное дело. Ну, Кирилл, ну я твой лучший друг, я вас вижу вместе, она же дура, это кошмар. Да? Да. Знаешь что, вот спасибо тебе за испорченный праздник. Знаешь, не подходи ко мне дома. Кирилл! Знаете, оказывается, нет ничего хуже, чем говорить правду лучшему другу. Особенно, если он такой обидчивый, как Кирилл. Мы с ним 10 лет, не разлей вода. И я лучше всех знаю, что Светка Королькова ему не подходит. А ваш лучший друг просил вас эту самую правду говорить? Или здесь дело вообще не в заботе о лучшем друге, а в ревности? Какая ревность? Еще в школе эта тема была закрыта. Нет. Он сам смеется на эту тему, говорит, что я его боевой товарищ. Так вы говорите о том, что вы для него, а я-то говорю о том, что он для вас. Чувствуете разницу? Нет никакой разницы. Мы с ним живем в одной квартире, но снимаем так дешевле. Учимся в одном институте, и это ничего не значит. Допустим, хотя все равно не факт. Человек же может не все про себя понимать, как вы считаете? Да что тут понимать? Но все это случилось из-за Светки. Он со мной третий день не завтракает, обходит меня, как будто я тумбочка. Слушайте, а как сделать, чтобы он обратил на меня внимание, услышал меня? Никак. Да и зачем? Ваш друг, он ведь полный идиот. Вы ж пока ему ничего не скажете, ему вообще ни одна толковая мысль в голову не придет. Правда ведь? Вечер добрый. Ну, Кирюша, хватит дуться. Давай лучше вкусного торта съедим.
И чем же лучше? Ну как? В этом году мы пропустили важную часть праздника. У тебя еще есть возможность задуть свечи и загадать желание. Кирилл, ну я не верю, что у тебя нет желаний. Я знаю, нельзя спрашивать, но скажи, что ты загадал. Не скажу. Я знаю. Как в прошлом году, чтобы нас отпустили на целый месяц на море, да? А, как осенью сплав по реке, да, на байдарках? Ты хочешь электрогитару? Ну, мы можем с тобой тогда... Валь, ты пойми, у меня могут быть желания, не связанные с тобой. Ты опять про Светку, да? Кирилл. Ну, Кирилл, стой! Светка! Привет! Пап, папа, не ори! Светлана Королькова, 18 лет, студентка вуза, однокурсница Варвары и Кирилла, не замужем. Все, мне некогда, я поняла. Давай дома поговорим, хорошо? Дима, ты зачет сдала? Конечно. Блин, у меня такие проблемы, меня уже третий раз заваливают. А ты учить не пробовала? Очень смешно. Мне папа сказал, что если я не сдам этот чертов зачет, он меня отберет машину. Можешь себе представить? Да, это, конечно, очень большая проблема. Слушай, тебе нужен репетитор. Человек такой очень терпеливый, который может тебя натаскать. И на твое счастье, у меня такой человек есть. Димина, а почему мне все время сдается такое ощущение, что ты надо мной издеваешься? Впрочем, ладно. А что это за человек? Сколько он берет? Это Кирилл Левченко. Подожди, он же твой парень. Господи, он просто сосед по квартире. А. Кирилл любит совершать благотворительные поступки. Он может учить тебя безвозмездно. Подожди, это значит бесплатно? Ну, я просто так уточнила. Слушай, здорово, я согласна. На все, лишь бы сдать. А когда с ним можно будет встретиться? Давай уточню у него, позвоню тебе и скажу. Демина, спасибо тебе большущее. Я не помню, когда твоя комната была в последний раз такой прибранной. Ну, хватит ехидничать тоже. Кирилл, слушай, она мне по-прежнему не нравится, и делаю я это только ради того, чтобы ты не ходил, как надутый шарик. Спасибо, Валь, ты настоящий друг. Осторожно, помнешь мои заготовки. Какие еще заготовки? Это Фиджи. Повесь на стену, Светка мечтает там побывать. Там белый песок, типа, это очень круто, понимаешь? Значит, вот здесь я распечатала породы маленьких собачек, которых на руках носят. Ну, это вам, чтобы было о чем поговорить. Вообще супер. Так, все, что могла, все сделала. Так. Теперь все только в твоих руках. Только на 40 минут опоздала. Точно. Слушай, все нормально? Прическа нормальная? Да, нормально, нормально. Ты не забыл, сегодня пятница. Мы фильм по телеку посмотрим или в кино пойдем? Да по телеку посмотрим. Добро пожаловать в храм знаний. Кирилл, привет. Привет. Варя, здравствуй. Здравствуй. Может, чаю, кофе Варя сделает? Кофе только без кофеина, без сахара и без молока. Кипяточку? Смешно пошутила. Давай, поставь чайник. А ты, Свет, проходи ко мне в комнату, начнем заниматься. Ой, Фиджи! Блин, как круто! Я тоже хочу на Фиджи. Мне папа обещал путевку подарить, если я хорошо зачет сдам. В день рождения своего лучшего друга Кирилла Варвара устроила ему праздник в парке аттракционов. Неожиданно Кирилл признался ей в том, что влюблен в их однокурсницу Светлану. Варваре не нравилась Светлана. Они поссорились. Чтобы помириться с другом, Варвара придумала, как Кириллу обратить на себя внимание Светланы и предложила ему подготовить ее к пересдаче зачета. В назначенное время Светлана пришла к ним домой. Вместо пары часов Светлана задержалась в гостях у Кирилла до позднего вечера. Подожди, сейчас сколько бы нам ответить? Да, потом. Ну, тебе. Еще. Варя? А мы тебя не звали. А зачем меня звать? Я у себя дома. Кирилл, ты забыл про кино, да?
Слушай, Варя, нам тут еще надо со Светой повторить кое-что. Может, ты сама посмотришь? Ты же знаешь, я боюсь смотреть ужастики одна. Тогда вообще не смотри. Я не понимаю, в чем проблема. А у меня нет проблем. Я просто переживаю, что твои родители тебя потеряли. А я одна живу. Ты разве не знала, что у меня своя квартира? Об этом же все на курсе знают. Мы же все праздники у меня отмечаем. Ах, да, я каждый раз забываю тебя позвать. Прости, пожалуйста, Варечка, надо будет исправить эту досадную оплошность. Да я переживу. Ладно, Кирюш, мне и правда пора. Ну, давай я тебя провожу. Давай. Ты такой милый. Пока, Варечка. До свидания. Прошло 2 недели. Варвара переживала из-за того, что Кирилл слишком много общался со Светланой и из-за нее забросил учебу. Ну, а Кирилл, он убежал в институт уже. Да. Ну, конечно, я передам, что звонил его папа. А как там у него с учебой, Варя? Олег Викторович Левченко, 47 лет, инженер. Отец Кирилла, женат. Только честно. Ну как, отлично, вы же знаете, своего сына зубрил. Ну, если что-то, обязательно сообщи мне, договорились? Само собой. До свидания, Олег Викторович. Хорошо, давай. Привет. Доброе утро. Где тебя носило всю ночь? Варь, ты, блин, как мама. Потому что ты ведешь себя как безответственный ребенок. Ты шляешься по клубам с этой Светой. Ты учебу забросил в конец. У тебя семинар через час. Ты собираешься в институт? Варя. Что, Варя? Звонил твой папа и спрашивал про твою учебу. Мне пришлось соврать, что у тебя все хорошо. Ну, молодец. А в институт я не пойду, я спать хочу. Ты не можешь пропускать занятия, Кирилл. Варь, не психуй ты. Блин, не надо говорить мне, чтобы я не психовала. На следующий день в институте вывесили список студентов, которым грозило отчисление. Кирилл, ты что, еще спишь? Проснулся недавно. Ты в курсе, что тебя хотят отчислять? Да. А ты можешь к декану зайти узнать, там серьезно или так? Слушай, может быть, ты сам дойдешь до института в конце концов? Варь, ну хватит орать, у меня и так башка гудит. Не хочешь помочь, не надо. Олег Викторович, здравствуйте. Я должна сказать вам, у Кирилла небольшие проблемы в институте. Я боюсь, что без вашего вмешательства не обойтись. Угу. Да, и сейчас, подожди. Слушай, завтра отец приезжает. Говорит, командировка какая-то. Правда, странно, но неважно. Слушай, я думаю его со Светой познакомить. Зачем? Ну, как зачем? У нас же с ней все серьезно. Слушай, ты приготовишь ужин, ну, чтоб все как у людей? Да, не проблема. Не проблема? Отлично. В 7 тогда, да? Свет, давай в 7. Может, Свету подождем? А нечего опаздывать. Я голодный, целый день ничего не ел. Давай, Варечка, подключайся. Ой, спасибо, Олег Викторович. Ну, как вы тут вместе уживаетесь? Не мучаете, мой болван? А чего это я болван? А, кстати, как у тебя с учебой? Надеюсь, все хорошо? Или, по крайней мере, поправимо? А вот и Света. Олег Викторович, ну мы же с вами договаривались. Он не должен узнать, что это я вас позвала. Всем привет. Привет. Добрый день, Олег Викторович. Света. Я думаю, можно просто Олег? Можно просто Олег Викторович. Ну ладно. Варечка, а чего тут для меня? Вот морковка с изюмом. А вы, Светлана, на диете? Нет, Света вегетарианка. О. Я просто не понимаю, как можно есть мясо? Очень просто. Зубками. Вы знаете, мы то, что мы едим. Ну вот вы едите изюм, но изюминки он вам не добавляет. В таком случае вас мясо тоже не делает особо умным. Свет, ты чего? Отличную ты себе девушку нашел, сынок. Молодец. Грубит твоему отцу, по клубам тебя таскает, учиться не дает. Прекрасное будущее ждет вас, ребята, прекрасное. Пап, да откуда ты знаешь? Да знаю.
Варя! Олег Викторович, я же просила вас! Кирилл, короче так, либо сейчас твой отец передо мной извинится, либо я уйду. Я думаю, дверь ты сама найдешь. До свидания. Кирь, ну не грусти, ты все правильно сделал. Да я знаю, только все равно как-то погано на душе. Хуже бы было, если бы тебя из-за Светки выгнали из института. Блин, институт. Ну вот и избавишься от своей любовной хандры, пока будешь бегать по профессорам. Я надеюсь, у меня получится все хвосты закрыть. А я надеюсь, что ты не обижаешься на меня, что я тебя папе сдала. Ну, ты реально неадекватный стал. Да ладно, ну что ты, какие обиды. Ты все правильно сделала, ты же настоящий друг мой. Ой. Я просто в шоке. Я не знаю, как себя вести. Когда меня Кирилл случайно поцеловал, я вдруг поняла, что правда все это время была в него влюблена. И как быть теперь? Все так изменилось. Как быть с чем? Ну, влюблены и влюблены. Поняли это, и слава богу. Ну, мы же с ним друзья, а тут такое. Я стараюсь об этом не думать, но это невозможно, мы же постоянно вместе. А зачем стараться об этом не думать? Да думайте на здоровье, это же приятно. Ну, делать, наверное, что-то для него куда приятнее, если вы его любите. Но он-то видит во мне только друга. И всю мою заботу воспринимает как дружеский жест. Ну, вообще-то, кроме того, чтобы заботиться, можно еще, например, о чем-то разговаривать. Ну, скажем, о ваших чувствах, нет? Ну, я боюсь, что он может посмеяться или вообще скажет, что нам не нужно общаться больше. А я не хочу терять лучшего друга. Ну, если вы такая боязливая, значит, не говорите. Просто заботьтесь и получайте удовольствие от того, что вы имеете такую возможность. А там будь что будет. А это вам. С колбасой и чесночным соусом. Как вы любите. Спасибо, Варюш, ты прелесть. И особая тебе благодарность от нас с супругой за то, что за Кирилла приглядываешь. И мне, и твоим родителям гораздо спокойнее, что вы снимаете квартиру вместе. А сначала, как говорили, ой, мальчик с девочкой будут жить в одной квартире. Ну, кстати, мои родители были не против. Ну, они-то уверены в тебе, а я в своем охламоне не очень. А теперь даже рад. Ты ведь с правильного пути не свернешь и Кириллу не позволишь. Ой, чего он только в этой Светке нашел? Не, чтобы найти нормальную девушку, вот такую, как ты, Варя. Вот бы мы с матерью спокойны были. Жаль все-таки, что вы всего лишь друзья. Правда? Конечно. Ну, бывай, поехал. Скажи Кириллу, когда вернется, пусть позвонит мне обязательно. Хорошо, передам. Ну, ты уж его не бросай, Варюш. Не брошу. Ну, давай. До свидания. До свидания. Лучший друг Варвары Кирилл признался ей, что влюблен в их однокурсницу Светлану. Варваре не нравилась девушка, и они поссорились. Желая помириться, Варвара помогла Кириллу обратить на себя внимание Светланы. Вскоре у них начался роман. Кирилл забросил учебу, и Варваре пришлось вызывать его отца Олега Викторовича. Придя в гости, Светлана оскорбила отца Кирилла. Разочаровавшись, Кирилл расстался с ней. В тот же вечер его случайный поцелуй помог Варваре понять, что незаметно для себя она влюбилась в своего лучшего друга. На следующий день отец Кирилла уехал домой. А я ни разу этим путем из кино не возвращалась. А тут такая красота. Ну так, романтика. Я очень люблю это место. Любишь? Конечно. Тут такая тишина и народу почти никого. Потому что мало кто знает об этой аллейке. Она ж такая неприметная. А тебе я показал как лучшему другу. Я тебя люблю. И я тебя. Правда? Ну, конечно. Ты ж моя подруга боевая. Слушай, а пойдем вина купим? Отметим, что я хвосты сдал в институте. А? Пойдем. А пойдем.
Слушай, Кирюш, ну а ты помнишь, как ты на вступительных экзаменах чуть сочинение не завалил? Ты таких глупых ошибок понаделал вообще. Ну ладно тебе, вообще тогда трясся. Это ты у нас так уверенно прошла по всем экзаменам. Вообще, дался тебе этот вуз. Могли же спокойно поступать, где берут, вот только по ЕГЭ. Так, я об этом вузе мечтала еще, знаешь? Ну и потом я была уверена в себе. А, ну ты-то, конечно. Особенно, когда тебе уже сказали, что тебя берут. А мне ответ только через 2 суток пришел. Я вообще думал, что я посидею в эти 48 часов. А я знаю, что подумала в эти 2 дня? Че? Я подумала. Ну-ну. Я подумала, что если тебя не возьмут, ну? Я тоже никуда не поеду. О, как? Ну? Че, серьезно? Да. И не поехала бы? Нет. Ну, подожди, ты с 5 класса собиралась именно сюда. Ну, Кирилл, я, понимаешь, я без тебя своей жизни вообще не представляю уже. Ну, правда. Ну, смотри, я фотографии смотрю, вот там маленький еще. Ты я вместе везде. У меня ни одной фотографии, где я одна. Знаешь, Варька, мне так повезло, что ты у меня есть. И мне. Да? Доброе утро. Ты куда так вскочил? А, я в институт опаздываю. У нас там собрание по практике. У вас разве нет? Не слышала. Во сколько мы позавтракать успеем? Да ну, не-не-не, ты что? Все, я побежал, пока. Варвара не понимала, что случилось с Кириллом. До вечера он не возвращался домой и не отвечал на ее звонки. Привет. До сих пор на собрании был? Ну да. А в институте что нового? Да не, ничего, все по-старому. А утром ты успел? Куда? А, да, успел. Слушай, я на ужин ничего не готовила. Давай закажем пиццу, посмотрим киношку. Варь, ты меня прости. Что? Я должен был сразу тебе сказать. Прости за вчерашнюю ночь, это чудовищная ошибка. Мы же с тобой друзья. Еще утром я была счастлива, а вечером меня как будто холодной водой окатило. Кирилл назвал нашу ночь ошибкой. Он старается не сталкиваться со мной лишний раз. Когда я вхожу в кухню, он убегает просто. Вот интересно, а вы ему сообщили, что для вас-то эта ночь ошибкой не была? А то ж получается, что вам и неизвестно, из чего он свой вывод сделал. Да это бессмысленно было. Так понятно. Я никогда не стану для него ничем большим, чем просто друг. Да ладно, ничего тут непонятно. Может, не станете, а может, и станете. Вы только вспомните, как вы тут на дыбы вставали, когда я только предположила, что вы в него влюблены. Так с чего вы взяли, что он себя понимает лучше, чем вы себя? Варвара, пока Кирилла не было дома, собрала свои вещи и съехала со съемной квартиры. Она хотела забыть о том, что у нее произошло с Кириллом. Варвара сменила номер телефона и до осени собиралась перевестись в филиал своего института в другом городе. Варюша, привет! Олег Викторович, здрасте! Я тебя чего жду? Я за Кирюхой на машине приехал. Хочу тебя... подбросить до родителей с вещичками. Я в одной машине с Кириллом не поеду. Да что ж такое? Ну ты хоть можешь объяснить, что у вас произошло? Кирилл ходит, бубнит что-то непонятное. А вы ничего не знаете? Да что я должен знать, если ничего не понимают даже твои родители? Ну что у вас такое произошло, что вы даже в одной машине находиться не можете? Он, кстати, переживает. Ну, переживает он не из-за меня. Олег Викторович, давайте закончим этот разговор, потому что, ну... поехать я все равно не могу, у меня завтра практика. Ну ладно. С наступающим тебя днем рождения. Завтра. Я знаю, но мы с Кириллом сегодня уедем. С меня подарок. Увидимся. И знай, что мы все тебя очень-очень любим. Спасибо. До свидания. До свидания.
свой день рождения Варвара собралась уехать домой к родителям. Перед отъездом она зашла в парк аттракционов, в котором ровно месяц назад они гуляли с Кириллом. Два часа тебя тут уже караулю. Аж все шарики сдулись. Ну, держи, с днем рождения. Спасибо. Ты же должен был еще вчера с отцом уехать домой. Ну, ты что, забыла, что ли? Мы же месяц назад договорились на этом самом месте, что отметим твою старость. Я соскучился. Кирилл, все изменилось. Да. Когда ты ушла, я понял, что мне ужасно тебя не хватает. Потому что я люблю тебя. Как лучшего друга? Да нет. Как самую замечательную девушку на свете. Если бы я была президентом мира, я бы непременно ввела во всех школах планеты такой обязательный предмет – умение понимать самого себя. Уж очень многие беды проистекают из отсутствия такого умения. Ну, а если серьезно, то Варвара из нашей истории вполне могла бы служить очень наглядным примером того, какие именно беды из этого неумения могут возникнуть. Влюблена она была в своего друга Кирилла, совсем немеренным пылом своих юных лет. Но при этом почему-то считала свою влюбленность дружескими чувствами. Казалось бы, а что тут страшного? Но ведь наше отношение к человеку определяет и наши действия в общении с этим человеком. Ну, например, для друзей очень важно смотреть в одну сторону. Тогда и их действия будут совершаться в одном и том же, едином для обоих направлении. А, скажем, для юных влюбленных все немножко иначе. Они обычно смотрят совсем не в одну сторону, а исключительно друг на друга. Ну и действия совершают соответственные. А поскольку Варвара смотрела на Кирилла вот так, то и результат их действий оказался вполне предсказуемым. Так, может быть, тогда просто следовало бы подойти к любимому мужчине с какой-нибудь другой стороны? Тогда ведь и результат взаимных действий мог бы быть, ну, как-то более адекватным, что ли. Прошло полгода с тех пор, как Нина похоронила мужа. Да, Олег. Да, входи, я же сказала. Нина Савельева, 38 лет, агент в страховой компании. Вдова. Привет, Нинусь. Я с работы пораньше. Пришло письмо. От кого? Уважаемый Вадим Иванович, просим вас срочно вернуть в библиотеку номер 8 книгу Костомарова, второй том. Олег Савельев, 50 лет. Инженер на гидротехническом предприятии. Разведен. Деверь Нины. В противном случае с вас будет взыскан штраф, как со злостного должника. Меня аж затрясло, когда я достала это из почтового ящика. Ну, не реагируй ты так. Ну, откуда же было знать, что Вадик умер? Что, вот это, что ли? Ну, надо просто ее вернуть, и все. И хватит хандрить из-за всякого пустяка. Ничего себе пустяк. Человека уже в живых нет, а они злостный должник. Господи. Не обижайся. Ты еще не отошла от всего этого. И нервы на пределе.
еда на пределе. Мне до сих пор снятся палаты, капельницы, операционные. Господи, 2 года страха за жизнь близкого человека. Тебе, конечно же, этого не понять. Зря ты это. Извини, пожалуйста, Олег. Я бы одна без тебя не справилась. Не смогла бы дежурить в больнице. Нин, я знаешь, сколько раз себя ругаю, что я сразу тогда к вам не перебрался, как все это случилось. Но давай хоть теперь держаться друг к другу. Ты же знаешь, кто ты для меня. Ой, Олег, не надо. Не надо. Я попала в сложную ситуацию. Рядом со мной человек, с которым я ни сблизиться, ни расстаться не в силах. Я очень благодарна ему за помощь и за доброту. Благодарность – хорошее чувство, но для совместной жизни одного этого маловато. Но Олег еще и дорог мне. Он брат-близнец моего мужа Вадима. 2,5 года назад Вадик попал в автокатастрофу. Врачи тогда сделали несколько операций. На последнюю операцию деньги привез Олег. И потом остался помогать мне выхаживать мужа. Но он же родной брат, тем более близнец. В этом нет ничего удивительного. Операция прошла успешно, но сердце Вадика не выдержало. И Олег был со мной в самый трудный момент. Он сам организовал похороны, поминки. Нет, ну как это несправедливо, что умирают такие люди, как Вадюха? Нина, Нина, отдыхай, отдыхай. Я сам все здесь уберу. Может, тебе не отложку вызвать? Да нет, не надо. Пройдет. Ну что? Олег, послушай, мне неудобно тебя просить, но не мог бы ты остаться у меня немного? Я просто не представляю, как я тут буду одна. Я буду с тобой, пока не надоем. Спасибо. А как же Катя, работа? А что, с работы все в порядке. Переведусь сюда, в филиал. Ну, а с Катей мы расстались. Я тебе не говорил, ну, не до этого было. Но сама видишь, она даже проститься с Вадькой не приехала. Я подумала, что ей просто некогда. Ну, если так, тогда располагайся в этой комнате. Я тогда дала слабинку, и вот с тех пор... Уже почти полгода мы живем с ним в одной квартире, но в разных комнатах. Я жду его с работы, как когда-то мужа. Глажу ему рубашки, кормлю. Но вот что дальше, я не представляю. Вас сблизило общее горе. Вдвоем вам легче с ним справляться. Но время пройдет, горе ослабнет. И что вы будете делать? Олег явно надеется на большее. Но я не могу вступить в близость с двойником моего мужа. А иногда, вы знаете, я смотрю на Олега, и мне кажется, что Вадик вовсе и не умирал. Просто наваждение какое-то. Нина, чем дольше вы будете обманывать сами себя, тем тяжелее вам будет. Вадим умер, так уж и случилось. Олег – это совершенно другой человек. Вот если вы его полюбите как другого человека, только тогда вы будете счастливы. Сегодня приготовлю щавелевый суп. Господи, Вадик, ну сколько раз я тебя просила, а? Я не Вадик. Олег, ну это невыносимо. Ну ты так же, как и он, оставляешь портфель в проходе. Ну ешь такие же огромные бутерброды. Да ты рубашку даже так же застегиваешь через одну пуговицу. Это невыносимо. Нинусь, ну я же... Да я тебя очень прошу, пожалуйста, не называй меня так больше. Прости, пожалуйста. Да ничего. Ты уже столько раз меня путала с Вадиком. Сама даже не замечала. А мне хочется, чтобы ты наконец увидела во мне меня. Понимаешь, меня. Ну не обижайся, ну вырвалась просто. Да не оправдывайся. Не надо.
Я же прекрасно знаю, что Вадик был лучше. Он и симпатичнее, и умнее, да и вообще. Да, Олег, ну перестань. Я очень тебе благодарна, что ты остался у меня. И вообще ты добрый, отзывчивый. Это я просто какая-то замороженная еще. Присядь на минутку. А помнишь, как мы с тобой познакомились в электричке? Ведь тогда у нас так все хорошо начиналось. Я в тебя сразу влюбился. Вадька-то потом вклинился. Олеж, ну прошлого уже не вернешь. Прошлого, да. Но теперь. Мы же никого не ждем. Давай не будем подходить. Да нет, ну надо открыть, мало ли кто. Привет. Привет. Паш, что у тебя с мобилой? Я тебе звонила с вокзала, чтобы ты меня встретила. У тебя недоступно. Юлия Савельева, 18 лет, студентка вуза, не замужем, дочь Олега. Так разрядился, наверное. Здравствуй, дочка. Ну, ты так неожиданно. Ну, хоть предупредила бы, что приедешь. Давай, переобувайся, вон тапочки. А мы как раз ужинать собирались. Вот сейчас вместе поедим. Да не суетись, тетя Нин. Я, собственно, к папе приехала. Юль, ты чего? Мне кажется, мы здесь все вместе живем. Вот именно, что тебе это кажется. На вот, па, курицу. Разогрей. Есть ужасно хочется. Когда муж Нины Савельевой Вадим попал в автокатастрофу, его брат-близнец Олег приехал из другого города и помогал Нине выхаживать мужа. Но Вадим умер. Нине было тяжело оставаться одной, и она попросила Олега пожить немного у нее. Тот признался, что расстался с женой и готов жить у Нины, сколько ей нужно. Олег поразительно напоминал Нине мужа, не только внешне, но и всем своим поведением. Нину пугало, что ее тянет к нему. Неожиданно в дом Нины заявилась Юля, дочь Олега. Не обижайся, Нина. Ну, сорвалась девчонка. Ну, ее тоже можно понять. Понять что? Это хамство с порога? Ну, она от отчаяния. Ну, я ушел из дома. У Катерины кто-то там появился, даже ей предложение сделал. Ну, вот она на радостях совсем забросила Юльку. Угу. Да это обыкновенный эгоизм. Ну, в общем, она обиделась, взбрыкнула и уехала. Ну, а я-то тут при чем? На, вот отдай ей белье, раскладушку сам знаешь где. Прости ее. Увидишь, все будет нормально. Тебе ужин в спальню принести? Спасибо. Надо будет, я пойду поем. Я вообще-то у себя дома. Ну, не просто так она сорвалась и мотанула сюда. Ну, давай. Хоть сейчас попробуем по-взрослому все разрулить, а? Хорошо? Хорошо. Нина не хотела расстраивать Олега и решила наладить отношения с Юлей. А я тебе подушку новую купила, а тут они удобные. Я что, просила? Да не нужна она мне. Алло, ма? К прежней проблеме добавилась еще одна, и, похоже, неразрешимая. Недавно заявилась с чемоданом Юля, дочь Олега. И, похоже, надолго. Так узнаете у нее самой о ее дальнейших планах. Да с ней разговаривать невозможно. Она капризная, своенравная, невоспитанная. Это просто какой-то кошмар на мою голову. Возможно, она нарочно пытается вывести вас из себя. Для чего-то ей это нужно. Она ведет себя так, будто не она у меня в гостях, а я у нее. Тут недавно даже ее отец не выдержал, сорвался. Привет, па! Юль, ну зачем ты в квартире в кроссовках? Нина только что полы помыла. Суп будешь или сразу второе? Ничего, ела уже. Это где это, интересно? Да, там, в байкерской кафешке. Слушай, па, я с бананом познакомилась. У него такой классный мотик. Какой банан, какой мотик? Юля, ну зачем ты грязными руками? Даже перчатки не сняла. Па, мне денежки нужны. Ну... Банана-тетка – администратор крутого салона красоты.
Они сейчас как раз набирают народ на классные курсы вип-стилистов. Так, стоп, подожди. Какие курсы? Ты в институте учишься. Пап, я не хочу после каникул возвращаться в институт. Ты в своем уме, Юль? Бросать институт ради чего? Да не время сейчас для курсов. У меня и денег на это нет. Правильно. Я так и знала. Для родной дочери нет. А как дяде Вадиму надо было, так ты у кого только не занял. Деньги потратил, он все равно умер. Как ты смеешь так говорить? Я ненавижу! Ненавижу вас всех! Никому я здесь не нужна! Нин, ну прости, прости ради бога. Ну не знаю, что с ней произошло. Была нормальной девчонкой. Я тогда так испугалась за Олега. Разве вы не поняли, что Юля специально шла на скандал? Ну не знаю. Ну в общем, теперь в наших с ним и без того сложных отношениях все совсем запуталось. Из-за этой Юли мы с ним постоянно в напряжении, как под микроскопом. А что вас здесь удивляет? У дочери Олега развалилась семья. И вы являетесь источником ее обиды, страха и боли. Так что терпите. Ален, привет. Как ты? Ой, спасибо, все нормально. А ты сама? Да, после всего, сама понимаешь. Слушай, я вот что звоню. Помнишь, ты в Крым собиралась и предлагала мне пожить у тебя на даче? Можно? Конечно, хоть целый месяц. Заодно за домом присмотришь. Заезжай за ключами. Спасибо, тогда до пятницы. Олег, милый, ну куда ты столько набрал? Подожди, что ты сейчас сказала? Спросила, куда набрал столько. Нет, как ты меня назвала? Я тебя, милый. А еще раз. Милый. Еще. Милый еще. Олег. Еще. Ну, Олег, ну смотрят все, пойдем домой. Пойдем. Слушай, я ананас тебе купил. Ты же любишь? Да. Нина, это Алена. Мы с Генкой завтра будем в твоих краях. Могли бы заскочить. Завести тебе ключи от дачи. Ты знаешь, а у меня, оказывается, не получается с отпуском. А, ну смотри, соберешься, звони. Целую. Угу, давай, пока. Подруга за город зовет. Да? Ну что, давай съездим, отдохнем. Пойдем. Нина решила ответить на чувства Олега. А вот еще одно, которое Вадик любил. Это испанский поэт Рафаэль Альберти. Слушай. Стишки. Папа, ты помнишь, что тебе завтра в 5:30 вставать? Ты же не выспишься. Да, действительно, пора. А то просплю. Ладно, иди, давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Я тоже ложусь. Папа просто так громко храпит, я совершенно не высыпаюсь. Пустишь? Ладно, ложись. Ой. А ты постарела. Морщины. И что папа в тебе нашел? Мама 100 раз красивее тебя. И стильная, и одевается со вкусом. Давай спать. Нет, в тебе есть, конечно, хорошие качества. Ты целеустремленная. Вот поставила цель охомутать папу и добилась же. Вот только маме уже пофигу. У нее другой. Послушай, что тебе от меня надо? Ничего. Ну вот если ничего, значит или спи, или ступай к себе на раскладушку. Я так и знала, что ты меня прогонишь. Ой, ладно, пойду. Уж лучше папин храп слушать, чем твое занудство. А почему ты с Юлиной сумкой? Не догадываешься? Нет. Нин, ты слезь, надо поговорить. Ну, и? Скажи, зачем ты Юльку из квартиры выставила? Кто, я? Да ты что? Я понимаю, характер у ней не сахар. Но нельзя же так.
Но позвонила бы мне, пожаловалась. А то я иду с работы, она сидит на лавке, и рядом чемодан. Да когда я пришла домой, ее уже не было. Значит, она раньше меня убежала. Ну зачем? Она мне сказала, что ты за дверью ее вещи выкинула. И след кричала, что тебе надоело наше присутствие здесь. Да ты что? Ты что, поверил, что ли? Да она же бессовестно врет. Ну-ка, приведи ее сюда. Пусть она при мне повторит. Да не пойдет она. Она сказала, что вообще не хочет сюда возвращаться. Класс. А вообще, Олег, я что, похожа на человека, который может вот так вот выставить за дверь, кричать на весь подъезд, да? Ну нет, нет, конечно, нет. Ну а зачем ты мне это все говоришь? Ну а что мне делать? Что мне делать? Это же моя единственная дочь. И мне далеко не безразлично, что с ней происходит. Ну не сердись. Ну прости. Я потом сам пойду и поговорю с ней. Нет уж, я сама сейчас пойду к ней и все выясню. Когда муж Нины Савельевой, Вадим, умер, она попросила его брата-близнеца, Олега, пожить немного у нее. Тот признался, что расстался с женой и готов жить у Нины, сколько ей нужно. Олег поразительно напоминал Нине мужа. Она чувствовала, что ее тянет к нему. Неожиданно в дом Нины заявилась Юля, дочь Олега. Она сказала, что мама нашла себе другого мужчину. Юля вела себя вызывающе и обвиняла Нину в том, что она разрушила ее семью. С появлением Юли между Ниной и Олегом начались конфликты. Я тебе перезвоню. Так, объясни мне, ты почему отцу наврала? Будто я тебя за дверь выставила. И будто говорила, что сил моих нет терпеть вас больше. Говорила? Не говорила, но так думала, что в принципе одно и то же. Ты жестокая. Было у кого учиться. Ладно, excuse me, уже и поприкалываться нельзя. Папе передай, что я с бананом в кино иду и вернусь поздно. Нину больно задела реакция Олега на выходку его дочери. Она подумала, что толком не знает этого человека, внешне так похожего на ее мужа. Нин, у тебя есть что-нибудь от головной боли? Что-то никак не проходит. На, вот эти должны помочь. А, спасибо. Может, пойдем чайку попьем? Я не хочу, спасибо. Ты иди попей, там чайник закипел на кухне. А что это? Это лекарство от Вадика осталось. Он так и не успел пройти курс. Олег, ты иди, а то я что-то устала сегодня. Здравствуйте, Михаил Андреевич. У вас лечился мой муж Савельев. Да, я прекрасно вас помню, Нина. Как вы себя чувствуете? Михаил Пикалин, 41 год, хирург, заведующий травматологическим отделением городской больницы. Не женат. Да ничего, спасибо. Я, собственно, вот что пришла. Тут после мужа осталось. Ну, сами понимаете, лекарство дорогое, редкое. Может быть, кому-то пригодится. Да, это отличный препарат. У нас как раз есть пациент, которому он очень нужен. Спасибо, Нин. И вообще, я очень рад вас видеть. Как вы поживаете? По-разному. Да, Полиночка? Конечно, буду. Извините, одну минуточку. Я по тебе очень скучаю. Конечно, привезу. То, что просила. А как же? Давай. Алло. Нина, ну что же вы убежали? Хорошо, что я нашел номер вашего телефона. Не хотела вам мешать. Нина, мы не договорили. У меня смена заканчивается через 15 минут. Давайте встретимся, пообщаемся. Ну хорошо, я подъеду. Привет. Привет. Юль, там грибной суп на плите, ты подогрей себе. А ты куда? А я на рынок сбегаю, я помидор забыла купить. Хорошо.
Извините, задержался. Да ничего. Василию, вы 415-й отдали препарат, который вы принесли. Он очень благодарит вас. Да не стоит, пусть поправляется. А сейчас вот мои звонили. Мама и дочка Полинка ждут на даче. Хотите, вместе поедем? Отдохнете? Так Полина — это ваша дочка? Да, она такая славная хохотушка, выдумщица. Но бабушке помогает со всей ответственностью. А ее мама, ну, в смысле, ваша жена, она где? Тоже ее знает. Мама еще на 5-м месяце беременности сбежала перед свадьбой. Ну, а дочку потом в роддоме оставила. Мы с мамой забрали ее, сами вдвоем растем. Вы молодец. Да ладно вам, мой же ребенок. Так что, поедем? Знаете, я бы с удовольствием, но только пока не знаю, получится ли. А вы настройтесь, и все получится. Не волнуйтесь. Я вас и отвезу, и привезу. А сейчас давайте зайдем в кафе. В байкерское? Почему байкерское? Это я пошутила так. Просто я знаю, что такое есть. Так что, пойдемте. Пойдемте. Я жила как в тумане, а сейчас словно прозрела благодаря одному человеку, доктору, который лечил моего мужа. Но вас что-то по-прежнему тревожит. Вы как-то неуверенно радуетесь переменам. Да, из-за меня у моих близких беды, а я вдруг поняла, что могу радоваться, любить, надеяться на взаимность. О каких бедах вы говорите? Я не сказала вам сразу, но в том, что случилось с моим мужем, есть и моя вина. Тогда была зима, гололед. Я попросила его отвезти кухонный комбайн в починку. Ну, а чем все закончилось, вы сами знаете. А если бы вы его попросили сходить в магазин за хлебом, а с крыши свалилась бы сосулька? Все предусмотреть невозможно. Ну и потом из-за меня распалась семья Олега. А я вдруг поняла, что моя привязанность к нему – это просто наваждение, никакой любви нет. Люди, пережившие горе, часто пытаются сами себя обмануть. Вы не исключение. Но рано или поздно вы поймете, что это иллюзия. И вам станет еще больнее. Поэтому старайтесь радоваться сегодняшнему дню. Хочешь, картинку классную покажу? Покажи. Ну как, нравится? Вот папа приедет, увидит, обхохочется. Вы еще даже не поженились, а ты ему уже рога ставишь. Ты что, следила за мной? А то. Послушай, какие рога? Это доктор Вадима. Мы с ним случайно встретились. Да между нами вообще ничего не было. А за руку он тебя держал, потому что пульс мерил. Да. Да, я люблю этого человека. И имею на это полное право. И мне плевать, что ты и все остальные обо мне думают. Поняла? И оставь меня, Юля, пожалуйста, в покое. Я, наверное, дура неадекватная. Мне не надо было приезжать. Но без папы так плохо. И мне, и маме. Я наврала. Нет у нее никого. Ну и зачем? Да так, ляпнула, чтобы папа заревновал. Я и вас хотела рассорить. Не вышло. Наверное, он действительно тебя любит. Да не отнимала я его у вас. Просто нас с ним беда свела. Ты же знаешь, Олег был привязан к брату, а между близнецами особая связь. Но дядя Вадим умер, а папа до сих пор домой не возвращается. Да это я его об этом попросила. А твоя мама вот поспешила развестись. Я же вижу, он все это время как потерянный. А за тебя так он вообще горой. Привет. Ну, ты сегодня отлично выглядишь. Спасибо. Ну, как говорит твоя дочь, есть кое-кто гораздо лучше и красивее меня. Катюша твоя, например. Тебя что, к зеркалу отвезти? Нет, Катюха тоже красивая. Послушай, Олег, скажи, ты меня любишь? Да, очень. А Катю? Да,
Очень. Ну что ты заладил? Нет, ну я правда тебя очень люблю. Но по-другому. Вот и я тебя люблю по-другому. Поэтому, Олег, давай уже отпустим друг друга. Отпустим? Ну, мы же не навсегда расстаемся. Будем видеться. И потом Вадик навсегда с нами. Мне кажется, это просто будет гораздо честнее и правильнее. Нин, ты просто умница. Я всегда это знал. Ну что, я вижу, жизнь у тебя налаживается. Ну, а нам с Юлькой пора домой. Иногда люди, пережившие потерю близкого человека, чтобы облегчить боль, придумывают, что он не умер вовсе, а просто уехал далеко. Героиня нашей истории Нина пыталась заменить погибшего мужа его братом-близнецом. Но легче ей от этого не становилось. С одной стороны, Нина понимала, что Вадима не вернуть, а с другой цеплялась за похожесть Олега, пытаясь сделать невозможное – вернуть мужа. Встреча с Михаилом вернула ее в реальность. Нина поняла, что жизнь продолжается, и еще она может быть счастлива.